Gastein! Gastein! Вот это интрига! Красавчик, не убейся, братан! 9, 8, 7, 5, 4. И до старта заключительного финального заезда сегодняшних соревнований Гран-при России. Последняя гонка, и мы готовы дождаться.
Итак, Зелинский финиш первый, Афанасий финиш второй, Смирнов финиш третий. Сделали финишеры, наш Красинер четвертый. Ну что, ребят, закончились гонки, пойдемте награждаться.